Рост цен на лекарства, заодно и их исчезновение в аптеках, несколько дней наблюдали горожане. Больным и их родным пришлось выкручиваться из ситуации самостоятельно. Кому-то медикаменты из России пересылали родственники, друзья, а другие покупали их в социальных сетях. Причем многое продавалось по явно завышенным ценам. В итоге, после выступления президента Токаева, полицейские вышли в рейд. В первую очередь они промониторили социальные сети. За выходные дни стражи порядка выявили несколько фактов незаконной перепродажи лекарственных препаратов. 5 июня текущего года в ходе проведения мониторинга социальной сети выявлено, что житель города Актобе, используя социальную сеть Instagram, незаконно реализовал медицинские препараты Цефтриаксон в количестве 30 ампул по завышенной цене стоимости 1000 тенге. При этом стоимость указанного препарата составляет 150-200 тенге. В ходе проведения оперативных мероприятий данный человек задержан 27-летний мужчина города Актобе. В тот же день в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления противодействия наркопреступности Департамента полиции Актюбинской области были установлены и доставлены в отдел 31-летний мужчина и 26-летняя девушка, которые, используя сеть интернет Instagram, незаконно реализовывали медицинские препараты Цефтриаксон, в ходе у которых были изъяты ингаверин 60 ампул, Цефтриаксон 300 ампул и дезоксистамин 29 ампул. Сегодня ситуация с лекарствами более-менее нормализовалась, особенно в провизорных центрах и дневных стационарах, так как, чтобы закрыть дефицит, в Актобе стали завозить лекарства из Оренбурга. Со складов соседнего города поставили 10 видов препаратов. Таким образом, власти создали 20-суточный запас. Более-менее сегодня спокойно и в аптеках. Жуткого столпотворения и очередей, как это было еще на прошлой неделе, в них уже нет. Но пока и не везде найдешь нужные лекарства. Тем не менее, в некоторые, также из Оренбурга, стали поступать антибиотики, шприцы и жаропонижающие. К тому же, чтобы пополнить запас аптек, Аким области распорядился выделить 500 миллионов тенге из бюджета для пополнения оборотных средств аптечной сети. Ну и на них будут закуплены самые востребованные препараты. Лиза Сакива, Алексей Уразов, программа «Факт».